дежурную часть первого городского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу обратилась с заявлением 27-летняя местная жительница. Ее знакомый сообщил в социальных сетях, что якобы попал в беду, и ему необходимы денежные средства. Женщина перевела на указанный номер 171 тысячу рублей. После знакомый перестал отвечать на звонки. По подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 37-летний житель одной из республик ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ведется следствие.